В региональном отделении Центробанка продемонстрировали памятную серебряную монету номиналом 25 рублей. Новоторский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область, из серии «Памятники архитектуры России». Эта обитель была основана преподобным Ефремом Новоторским около 1038 года. Название связано с именами князей Бориса и Глеба, признанных церковью первыми русскими мучениками. За много веков монастырь не раз подвергался разорению, но каждый раз возрождался. Теперь он увековечен в памятной монете. Тираж данной монеты составляет 1000 штук. На одной стороне монеты изображен вид на ансамбль монастыря, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования. Вверху по окружности идет надпись «Новоторский Борисоглебский мужской монастырь». Снизу в декоративной отделке выполнена надпись «Тверская область».